Здравствуйте, меня зовут Михайлова Настя. Я всегда знала, что я хочу, но не знала, где это найти. Но все-таки я нашла это место. Сунтарский технологический колледж. Я студентка третьего курса группы конструирования, моделирования и технологии швейных изделий. Моя будущая специальность – технолог-конструктор. Это специалист, который создает одежду, придуманную дизайнерами и стилистами. Его главная задача – технически и верно выполнить задание. Специалист этой сферы может работать в различных организациях. Это могут быть салоны, ателье и текстильные фабрики. Но основные обязанности у специалиста – моделирование изделий, создание технического задания для изготовления одежды, учет особенностей ткани приноски изделия, контроль изготовления одежды. Карьера у конструктора одежды имеет горизонтальный рост. Это значит, что у специалиста растут компетенции, и он повышает свое мастерство. Также я разносторонняя личность. Мои достижения. Участник фестиваля молодых моделеров и дизайнеров в рамках Республиканского форума молодых исследователей. Шаг в будущую профессию. Отмечена грамотой за активное участие в работе студенческого совета и в общественной жизни колледжа. Второе место в устном этапе республиканской выставки прикладного творчества обучающихся «Радуга Севера» по разделу «Якутская национальная одежда Бохо». Победитель третьей степени в международном конкурсе «Студент года 2020». Лауреат второй степени в номинации «Творческая личность года» в республиканском конкурсе «Студент года».